радостное событие у нас случилось. У нас дело в том, что не было в эти дни машины на Донецк. И по счастливой случайности у нас ребята в городе. И вот они нам помогают забрать весь груз на Донецк. Сейчас грузится ваша одноразовая посуда, которую мы закупили, вчера вам показали. Мальчишки сейчас это все грузят. Ага, мне вот так, я лицо не снимаю, а наклеечки мне нужны для отчетиков. Вот, так что мы очень рады, что так все совпало, что ребята сейчас в Ростове. И могут, покажешь мне наклеечку? И могут, да. Ой, спасибо огромное. И могут сейчас это все забрать. Берем твои шарики в полевой госпиталь. Три коробочки. Ребята попробуют, попользуются и скажут. Все, ребят, загрузились. Спасибо огромное. Практически полная машина получилась. Хочу сказать огромное спасибо подписчику Андрею Лысенко за оказанную нам помощь. Мы без нее никак. Очень-очень-очень нам это все было необходимо. Одеяло, постельное белье, посуда. Очень много всего. Спасибо вам большое, ребят.